Всем привет, друзья, меня зовут Викли, и сегодня мы поиграем в такую игрушку, как Dog Life Simulator. И, собственно, давай-ка уже начнем, без лишних слов, поехали. Нам нужно нажимать, чтобы наша собака росла. Давай-ка понажимаем. Я эту игрушку нашел абсолютно случайно. Ну и, собственно, сегодня посмотрим, что же это вообще такое. Надо скачать так же по приколу. И сейчас мы все узнаем, что же будет с нашей собачкой. Конечно же, она вот выросла. И получается, сейчас мы выбираем наш гендер. Так, ну давай, ладно, возьмем мейл, не знаю, тоже по приколу. Итак, и вот наша собака. Получается, мы пока что живем 0 месяцев. Звучит смешно достаточно. И у нас сразу же я вижу шкалу зла, также шкалу добра. И насколько я понимаю, нужно двигаться в том или, собственно, в другом направлении. Окей, нажимаем play и посмотрим, что же нас будет ждать. Ух ты, нифига себе. Это, судя по всему, наши хозяева. Они все очень рады, то, что мы появились. Да, я, честно, не очень рад, то, что я их вижу. И нам предлагают выбрать семью. Либо правую, либо левую. Давайте, я не знаю, давайте возьмем, пожалуй, правую. Получается, это Miller Family, потому что они выглядят, ну, как-то повеселее, чем вот эти вот левые. Окей, отправляемся к ним, и теперь они же танцевать начали. Что здесь происходит? Я просто не понимаю, реально, что во что я играю сейчас. What should we call? Так, как же они нас могут называть? Нам предлагают Чарли, но давай-ка мы назовем как-то нашу собаку по-другому. В общем, подумал, решил почему-то назвать нашу собаку Диего. Не знаю почему, это первое, пожалуй, что мне пришло в голову. Ну и, собственно, погнали. Теперь наша собака это Диего. Welcome, Диего! Они всегда так будут танцевать, интересно. Ну что ж, и теперь, судя по всему, мы должны гулять, да, так. А, мы можем бежать, смотри-ка. Вот, мы бежим, офигеть! И мы, кстати, уже 3 месяца. Еще сейчас будет еще плюс 3 месяца. Так, и мы уже 6 месяцев. Ничего себе, мы быстро растем, конечно. Окей, погнали дальше. Play нажимаем. Здравствуйте, я иду к своему хозяину. Так, а что мне нужно сделать? А, нам нужно, получается, либо на растение, либо на нашего хозяина. Ну, давай-ка мы, пожалуй, пойдем по хорошей стороне и пойдем к растениям. Да, мы будем послушным, так сказать, пусть нас любят, и все в этом духе. И все, получается, мы все дело сделали, да. Хорошая работа. И мы совсем-совсем немного продвинулись в нашей доброй шкале. Ну что ж, снова идем гулять, давай-ка опять же побежали, конечно же, let's go, бежим 13, даже 13,5 миль в час. И еще плюс 3 месяца, и мы уже целых 9 месяцев. Нифига себе, конечно, мы быстро прокачиваемся, да, это прикольно. Ага, понятно, понятно, понятно. И мы типа должны, скорее всего, помешать, насколько я понимаю, да? Да, смотри-ка, у нас, а, все, получается, у нас теперь только добрый выбор есть. Walk away или закрыть глаза. Ну, давай-ка мы, пожалуй, уйдем отсюда просто. И все, не будем мешать, так сказать, просто уйдем. Все, я сваливаю, я пошел с мячиком играть, там не знаю, или чем будем заниматься. Подожди, так что, мы теперь только по добру будем идти? Да ладно, это неинтересно, думаю, я и там буду прокачиваться. Так, а что это я? А, нифига, нифига, мы оба прокачались. Девочка прокачалась, это и наш пес прокачалась. Офигеть, ну ладно, побежали. Побежали, и еще плюс 3 месяца. И мы уже годовалый пес, так сказать. И мы, получается, можем получить свою личную будку. Нифига себе. И за косточки мы можем ее прокачивать. Ну давай-ка мы, пожалуй, прокачаем будку нашу. Хорошо, также сделаем play arena и также задекорируем. Ничего себе. Ну, слушай, неплохо, неплохо получается. Возвращаемся обратно и идем дальше прокачиваться. Опа, это какие-то хулиганы, судя по всему, да? Мы должны защитить нашу хозяйку. Нет, она упала. Итак, да, ее бьют, ее избивают. Что так? Join the net, protect, естественно, защитить. Пошли вон, на. Что это такое? Что происходит? Мы просто сделали какую-то вертушку, офигеть. Так, ну мы спасли нашу хозяйку, да, мы, конечно, молодцы, мы просто самые лучшие. О, смотри-ка, тут какие-то браты наши есть или что, здравствуйте. Do you want to change your... А, подожди, что? Нет, не хочу менять, мне нравится, в принципе, моя собака или что нам предлагали. Нет, я буду играть за вот эту собаку, которая нам выпала изначально. Так, и получается, мы теперь 1 год и 3 месяца уже. И нам предлагают еще прокачать наш домик, но я пока что этим не буду заниматься, давай пока что мы подкупим. И получается, мы пришли к ветеринару, ага. Будем делать, получается, какие-то прививки, судя по всему, да? А вот сейчас, скорее всего, нам нужно снова выбрать. Либо быть злым, либо быть добрым. Здесь, конечно, я, скорее всего, буду злой. Так, try to escape. Естественно, сбежать. Ну, естественно, как все. На, пошел вон, доктор. Все, нафиг, сбегаем. А что я не бегу? А, escape. Все, на, пошли, скорее, скорее, бежим. Они меня не видят, серьезно? Все, я сбежал. Я сбежал, bad dog. Отлично, отлично. Не, ну, в таких ситуациях, в принципе, можно себя вести немножечко, так сказать, по-плохому. Ну что ж, идем дальше. Снова прокачивается какой-то знак вопроса. Давай кому подберем. Что это такое? И чего?
чего это такое, я не понял. Так, если я правильно перевожу, то нам предлагают выбрать, какое же будет самое обостренное чувство у нашей собаки. Это либо запахи, либо зрение, либо слух. Ну, давай-ка, пожалуй, мы выберем запахи, то есть smell. Так, следующий вопрос. Сколько зубов имеет нормальная взрослая собака? Ну, точно не 145, это, честно говоря, не знаю. Либо 42, либо 26. Но мне что-то кажется, то, что 26. Нет, скорее всего, все-таки 40 с чем-то. 42 там, по-моему, было. Сколько лет было самой старой собаке? Так, ну, честно говоря, не знаю, но мне кажется, что точно не 53, потому что слишком много. Давай-ка 29 выберем. Мне кажется, да, это правильно. Все, отлично. И мы ответили на 2 из 3 вопросов про зубы. Это, конечно, нужно все запомнить, и нам предлагают 5 кристальчиков. Давай-ка, конечно, возьмем. Ну что ж, идем дальше. Конечно же, дальше мы прокачиваемся. Побежали скорее, разгоняемся. 13,6 миль в час. И еще плюс 3 месяца. Просто супер. Мы уже полтора, так сказать, года живем. Итак, следующая наша ситуация. Получается, наш хозяин хочет помыться, а мы должны что сделать? А, теперь у нас только плохой вариант. Ну, давай-ка выберем, пожалуй, второе. По Dead Stable получается. Ой-ой-ой. Что просто происходит, а? Я не могу понять. Так, а там какой-то подарочек, я вижу, у нас впереди. Давай-ка мы его подберем. И что это такое, интересно? А это у нас... О, это новый скин. Фига себе. Ну ладно, скин это, конечно, хорошо, но нам нужно прокачиваться дальше. Мы уже практически 2-летняя собака. Это круто достаточно. Следующий ситуация. Grab me a drink. Подожди, мы должны принести ему напиток. Ну, давай-ка. Сейчас, скорее всего, будет опять же плохой хороший вариант. Фига себе, нам просто открыл холодильник. Так, и get drink, get milk. Давай, мы, конечно же, будем заботиться о здоровье нашего хозяина, поэтому возьмем молоко. Да, мы хорошая собака. Иногда, конечно, можем поступать не очень хорошо, но сейчас мы поступили прям самым лучшим образом. Он же доволен будет, да, надеюсь? Ну, вроде да, вроде с чем все нормально, и мы отлично. Мы хороший пес. Ну что ж, поздравляю, теперь нашей собаке 2 года. Это очень хорошо, и давай-ка мы лучше пожалуй, наш участок. Прокачиваем домик, конечно же, также вот это прокачаем и декор. Ну, смотри, какая красота получается. А ну, просто реально, просто шик. И, кстати, мы можем посмотреть также на наши внешние, ух ты, модификации. Тут куча всего, прям реально куча всего. Но пока что я, в принципе, особо ничего покупать не хочу, да мне в целом не хватает. О, смотри-ка, скин хот-дога прикольный, это круто. О, смотри-ка, день рождения. Подожди, не, что в честь меня это все организовали, реально? Хот-ап, либо спан. Давай-ка, пожалуй, мы... Так, это типа джакузи или спа. Давай-ка спа, пожалуй, выберем. Ой, ну что ж это за красота какая. Ну как же наша собачка-то кайфует. Ну видите, пошли по хорошему пути. Теперь ему только кайфовать, скорее всего, будет. Итак, видимо, он с нами хочет поиграть. Да, опа, он нам кидает косточку. Мы должны за ней сбегать. Ну давай. Хопа, подбираем нашу косточку. Сейчас принесем этому громиле. Я убился, что? Что произошло реально? А мне нельзя так делать, мне нельзя вообще ни с чем соприкасаться. Капец. Я просто взял об скамейку, сейчас убился. Ну благо, вроде бы все нормально, и мы принесли косточку. Да и он опять же танцует. Чего ему радоваться, я не могу понять. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, we are going on vacation. Pack you all. Мы отправляемся на отдых. Пакуйте свои чемоданы. Опять все танцуют. У них типа это какой-то прикол в семье танцевать. Ну что ж, мы реально отправляемся на отдых наконец-таки. Опа, нам нужно сложить наши вещички. Так, а что мы с собой возьмем? 100% миску, как бы это прям 100%. Также нашу игрушку. А, у нас все. Мы как бы должны все сложить, да? У нас выбора нет, что брать, что не брать. Ну ладно, возьмем, все получается. Окей, и все, мы улетим. А какого фига? В самолете окна открыты. Что за фигня? Я, конечно, понимаю, вы там крутые, богатые, но не нужно так делать. Еще один знак. Вопрос, давай-ка чекнем, что же у нас сейчас тут будет. Итак, вопрос, какая же самая миниатюрная порода собак? Ну, я думаю, то, что это чихуахуа, наверное, да, правильно, отлично. Следующий вопрос, какая любимая порода собаки у королевы Англии? Вот честно, я это не знаю, давай-ка будем рассуждать логически. Если это королева Англии, то, скорее всего, ей будут нравиться именно английские породы собак. Ну и, скорее всего, из этих вариантов подходит корги, давай-ка возьмем корги, и да, это правильно. Откуда нам пришла порода шиба? Из Китая, Кореи или Японии. Мне кажется, это либо Корея, либо Япония. Ну, давай-ка выберем Японию, и это правильно. Обалдеть, я на все вопросы ответил абсолютно верно. Наши хозяева спят, что мы можем сейчас сделать? Скорее всего, что-то... Опа! Грабитель к нам в дом забирается. Чего? Челик, ты что здесь забыл? Живет самая опасная собака на всем побережье. Куда ты пошел? Куда так? Я все слышу, чувак. Ты никак не пройдешь. Опа, он к нам залез, офигеть. Так, а так, wake parents up. Давай-ка, наверное, разбудим, пожалуй, лучших хозяев. Вот таким вот образом, все, вставайте, здесь у нас пришел челик, незваный гость. Все, проваливай отсюда, фига, он дубину достал, дубину, все, давай, иди отсюда. Ну все, найс, получается, воришку мы прогнали. И как бы нас должны по-любому отблагодарить, там, насыпать корм побольше, ну и все в этом духе. А может еще раз на отдых съездим, я не знаю.
И мы наконец-таки прокачиваемся до 3 лет. И, кстати, знаешь, что мы сейчас можем сделать? Мы прямо сейчас можем себе купить тот самый скин, а именно скин хот-дога. Отлично, прям самый реально офигительный. Да, мы реально поехали на отдых, посмотри-ка, мы остановили бандита и слетали на отдых еще раз. И нам предлагают выбрать, получается, позагорать, наверное, либо вырыть яму. Давай-ка, пожалуй, мы вырыем яму. Сейчас, сейчас песком будем, да, песком будем кидаться. Ну, давай, хопа, получайте, на нафиг. Не, ну это забавно, это реально забавно. Посмотри, сколько мы песка сделали, офигеть просто, что это за такая машина. И мы уже 3,5 года живем на этой земле, обалдеть. Как же быстро просто время летит, реально, как же быстро время летит. Давай-ка мы прокачаем, пожалуй, наш домик за 300 косточек. О, смотри-ка, у нас новый друг появился, meet your new brother. Поиграть либо такой? Да, конечно, поиграть, давай-ка, челик, поиграем вместе. Все, Настя, теперь у нас появился новый дружок. Смотри-ка, они играют, получается, с нашим новым другом. Да, про меня забыли, но сейчас они поплатят за это. Сейчас они, конечно, за это поплатятся. Я хочу выбрать плохой вариант, но у меня не получается, к сожалению. Блин, мне пишут, что no, it's available. Ладно, давай выберем хороший, пофиг. Ладно, теперь выберем хороший, будем проситься то, чтобы с нами поиграли. Но, пожалуйста, не забывайте про меня, не забывайте, ребятки. Ну все, вроде бы нормально, вроде бы не забыли. Отлично, помнят своего первого питомца. И прямо сейчас, исторический момент, нам исполняется целых 4 года. Наша собака уже прямо самая настоящая взрослая. И в честь этого, конечно же, давай-ка мы прокачаем нашу лужайку. Вот таким вот образом у нас появилась крутящаяся статуя. Офигеть. О, смотри-ка, у нас, походу, наступило Рождество или Новый год. Type to select your gift. Нам нужно выбрать свой подарок. Ну давай-ка, пожалуй, мы выберем центральный, почему бы и нет. Все, центральный открываем, смотрим, что же у нас там. И момент истины. Что так долго? Так, наша собачка счастлива. О, это гигантская косточка. Офигеть, это, конечно, повезло. Так, этот челик, получается, уходит, он прощается. Ну, давай-ка, до свидания. Что нам сейчас нужно, интересно, делать? А, ну нужно либо убежать, либо закрыть дверь. Давай-ка мы будем самой настоящей приличной собачкой и просто закроем дверьку. Почему бы и нет? Просто так подходим и закрываем, получается. Фига себе, вот это мы, конечно, просто самая умная реально собака в мире. И смотри-ка, наши собачки прямо сейчас исполнится целых 5 годиков. Обалдеть. Как же реально быстро время пролетело, и все, нам 5 лет, офигеть, и у нас появился какой-то транспорт, офигеть, посмотри-ка. Ну, слушай, стоит он достаточно дорого, самый-самый дешевый здесь стоит целых 1500 наших косточек. Ну что же, вот такой видосик у нас сегодня получился, если ты хочешь продолжение этой игрушки в моем исполнении, то, конечно же, напиши об этом в комментариях. А так, мы сегодня достигли возраста целых 5 лет, я думаю, то, что это, конечно же, очень круто. Не забывай, естественно, влепить свой лайк, также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенький видосик не пропускать. Ну а с тобой был я, Твигли, это игрушка Dog Life Simulator. Я не прощаюсь и говорю до новых встреч, друзья.